Александр Баешко, 8 лет, город Москва. Я мечтаю стать нападающим в нашей сборной. И мне нравится других смешить, потому что это может быть и для тебя тоже смешным. Я боюсь Ани из своей школы. Она мне раньше за мной так гонялась, и потом еще целовала, когда догоняла. И один раз она вообще даже накрасила губы. Я не люблю, когда я на какие-то вопросы неправильно отвечаю в школе, потому что мне так где-то стыдно становится, и мне просто всегда очень хочется получить 5. Я один раз сделала лампочку, что она в темноте автоматически включается, а при свете автоматически выключается.